can't make private. Can't, don't, пух. Че он мне своего банана арабского? Сабахуль хаир. Ну, банан. Любовь познал. Типа его банан целует меня и отправляется в дверь. Зачем? Зачем ты его отключил? У него любовь. Моя силёна, вот этого 22 см убери. Пожалуйста. Я узбек, блядь. Меньше бананов, больше кислорода. Спасибо. Я силён, блядь. 22 см. Я просто не понимаю. Какой прикол. То, что... Да, блядь, тебе дала природа. Нахер этим выкобениваться? Это все равно, что внешностью выкобениваться. Вот я такая красивая. Да мы не выбираем внешность, детка. И все остальное не выбираем. Так зачем этим понтоваться? Понтоваться нужно машинами и так далее, и тем подобное. Главное — умение. Вообще-то. Секундочку. Вот она. Вот он. Я на него, значит, подписана зачем-то. А он даже взаимностью не отвечает. Я поняла. Все поняла просто. Все с вами ясно. Хитно. Че, Милфу так и не нашел? Что, пропал, что ли? Ушел. Дал-дал дома, дал-дал ушел. Надо идти спать. Надеюсь, я его не знаю. Он просто смотрит на звоночек. Был у меня один мид. Я не понимаю, не понимаю, за что? За что-то. Да нет, она пришла по мне уведомление, типа... Бла-бла-бла, все плохо, подтвердить, иначе мы вас там заблокаем. Вингардио Левиоса, все дела. Ну, тут я не знаю, что такое. Вообще не знаю. Часто захожу на трансляцию, а я уже заведомо в теневом бане. Ну, я тоже не собираюсь тут до утра сидеть. Вообще ни разу. Он
Что, пополнился, что ли, опять? Опять в шок меня будут приводить. Надеюсь, нет. Я не готова. Вот они завтра до утра будут встречать. Кошмар. Какой он самоуверенный. Самоуверенная. Ну да. Летом даже кайф. Сверчки, закаты, рассветы, роса. Поскорее бы летом. Who is it? Костёр. Даже так можно. Хочу спать. Good night. Интересно, меня забанят за то, что я буду спать на эфире? Ну да ладно, шашлыки-то не спали на работе, можно делать. Да? Круто. Спокойной ночи. Пусть у меня колокольчиком будет. Хороший стимул. Я не представляю, сейчас сплю. У меня вообще-то закрытые глаза ходят туда-сюда. Я типа закрываю туда-сюда, а так уже, но у меня глаза закрыты же. Я ж не вижу, что вы там пишете. Если бы такое делать, то я бы не открывала вообще глаза. Давай, пока. Споки-ноки. Ты еще не ушел? Все, я сплю. Чего?